Продолжаем про грядки. Ой, про грядки. Про систему подвязки. Все уже. Значит, в теплице заранее размеченные места прикручиваются пластинки. К ним цепляется карабинчик, который был зацеплен уже за трос. Трос продевается в петельку. Но если трос находится выше усилителя, то он над усилителем проходит. Все, с другой стороны за пластину цепляется тореб, сквозь него продевается трос и затягивается хомутом. Ключик на 8 от нас благополучно сбежал, поэтому работаем плоскогубцами. Все, хомут затянут, натягиваем тореб. Натянут. В этой теплице уже все четыре нитки системы подвязки установлены. По две над каждой грядкой. И вот как раз верхняя нитка. Она идет над усилителем. То есть это придает дополнительную прочность на растяжение. Чтобы нитка под весом помидор сильно не проседала. Готовый вариант.